Всем доброе утро, с днем идиота, 1 апреля, время дофига, я вышел поздно, прошел фотоконтроль, как прошел, в смысле, я сфотографировал машину, я ее не мыл, она у меня пыльненькая, малец, вот, не знаю, чем мне ящер на это скажет, вот, но фотоконтроль должен был быть через 10 минут, и я нафоткал машину, и это значит, что как минимум, но пару часов поработать, у меня в утренние коэффициенты есть. А если днем что-то не понравится, машину помыть уже проблем не составит. Всем удачи, всем жирных заказов. И поехали. Чё? Винницкая с креслом. Это хорошо. Правда, к этому моменту кэфы могут все погаснуть уже, а я взял коротыша. Ну да ладно, как пойдет, так пойдет. Погнал я. Ну вот, как вот утро. Вот это вот я понимаю. Это гуд. 17,5 минуточек. Косарь. Вот так вот утро должно начинаться. В идеале. Ну вот на контрасте 40 минут и 1371. Мое любимое. Надо, наверное, пассажира оценить. Мальчик жрал печенье и накрасил так, что я бы поставил кол, если бы люди были более-менее, ну, совсем не в адеквате. А так, троечка. Адрес, смотрите какой. У человека телефон звонит, не звонит. Так и хочется сказать, что чувак, звонит колокол, телефон звонит. Центр летел по-страшному, но конечная точка спасает. 1812 года, адрес, дом 1. Яндекс что делает? Он ставит на Поклонную улицу. Я человеку говорю, а куда? Она говорит, да мне без разницы. Не надо лишнее кататься, лучше уточнить. Москва-Сити не съездил, день зря пропал. Быстренько. Кто как относится к коротышам вот за эти деньги? Я отрицательно. Долго я его ловил. Ну, в смысле, чтобы далеко никуда не уехать. Была молодогвардейская, а покатались по райончику тут рядышком и все. Вообще прекрасно. Вышли чуть-чуть пораньше. Хорошо. Тоннель матушка от шлагбаума пройти чуть-чуть. Страшное дело. Вот она, лень матушка пошла. Короче, прикол рассказываю, значит, я фотоконтроль прямо в самый разгар пика, значит, они мне это сказали, что фотоконтроль не пройдено. Короче, машина у тебя грязная и в багажник переполнен. Дебилы! У меня в багажнике вещей ровно год уже не меняется количество. Вот такое, кое есть. А найти мойку в час пик сейчас я просто не смогу. Короче, я включил эконом. На экономе вообще похрен. Ты можешь ездить как угодно. Поэтому докатаю я сегодня эконом. В гробу я все это видал. Ну, что делать? Бывает такое. Что там у нас? Что там у нас? О, какая деньга. Тариф маршрутка. Заказ здесь же. Но пока никого нет. Что это? Масипусенький. О, вот это да. Это я люблю. Не ожидал. Бонус порадовал. Почти 17 минут и 739 рублей. И даже следующий заказ. Полчасика. И большая деньга. Ой, да ладно. Пошел в жопу. Ой, это интрига.
Господи, как ты достал. Ну что, господа хорошие, итоги дня. Время у нас 20:23, до дома минут 20. На кассе 10 749 и 19 заказов. При этом самый первый заказ был у меня 8:43. Что хочу сказать? Яндекс продолжает пробивать очередное дно. Сейчас пришло, значит, уведомление в ПРО, что жалоба на грубость. Ровно точно такая же ситуация была неделю назад, в понедельник. Они мне во вторник сняли бал. Я вообще даже уже, ну, достала. Молча откатался неделю. Сегодня смотрю, бал не возвращается, а 50 поездок я выкатал уже давно-давно. Я позвонил, говорю: ребят, что за дела? Разберитесь. Все, молча вернули бал. Молча вернули бал, и, соответственно, сейчас опять новость пришла, что жалоба на грубость. При этом 2 недели карточка качества в идеале. Завтра в середине дня обновится новая карточка качества, как раз за прошлую неделю. Ну и как бы завтра ожидаю опять минус 1 балл. То есть они никак с меня не слезут, хреначат просто по беспределу. Честно, достали. Я понимаю, что мы все грязь из-под ногтей, но так хамить и такое свинство — это тоже непорядок. Буду держать в курсе. Всем добра, всем удачи и до завтра.